Приветичи! Мы в Субнатике, и сегодня у нас важная миссия — попасть на Аврору. Перетягивание каната с грави-ловушкой и моя репульсионная пушка. Не отдам тебе, это мой Гэри. Слушай, так у меня теперь получается рыбацкая удочка есть, только современная. Так, ладно, что дальше? Я могу рыбу забрать, либо опять присасываем ее. Оу, как пульнул ты, видал? Вот это разряд, вот это жесть. Мощно, мощно, мощно. Ну-ка, иди сюда, рыбка. А если я тебя в грави-ловушку пульну? По-моему, пофиг. Она обкакалась и не поняла, что произошло. В общем, хорош веселиться, я могу так целый день делать. Но нам пора плыть на Аврору. Да, Аврора до сих пор пылает. Я, если честно, думал, что она уже потухла. А нифига, шиш там был. Ну вот и приплыли. Сейчас найдем место, где припарковаться. Думаю, что вот здесь где-нибудь можно. Отключим фонари. И пошли. Пошли. Ох, как меня потрясывает. Я и забыл совсем, что тут потряхивает нормальненько так. Значит, где проходик? Проходик, вот он. Нам нужна репульсионная пушечка. Пропульсионная. Репульсионная, пропульсионная. Один фиг, короче, ладно. Прицелились, натягиваем, притягиваем. И есть здесь крабик? Я бы в крабик и запулил. Ладно, фиг с ним. Так, пуляем. Еще одна. Как же это круто, слушай. Офигенно просто. Вот так вот мы проходик и очистили. Классная вещь. Вон он, пожар у нас. Сейчас достаем огнетушитель. Сейчас мы его затушим. Хотя тут вокруг вода, а я огнетушителем тушу. Можно было ведерочком воспользоваться. Затушили. Шикарно. Что, что, что? Это еще огонь? О, нифига себе, тут еще и потолок горит. Опасно. Давай еще потушим здесь. Наверху поможет, не поможет? Нет, по-моему, по барабану, что наверху я тушу. Я вижу, вон там вот этот реактор, нет? Хотя навряд ли, мы только в начале пути. Откроем контейнер. Батареечка забираем. Возьмем фонарик. Сейчас я его как ваткну, а так все получше будет с фонариком-то. Вход закрыт, нужен пароль. Про пароль ты мне писал, кстати, да. Надо будет найти. Поплыли сюда. У нас тут КПК валяется. Доступ к лаборатории. Похоже, что это КПП как раз от той комнаты. 6483. Ну-ка, давай проверим. 6483. Да что ж так трясет-то? Ништяк! Правильный пароль! Как все оказалось, рядышком и просто. Что у нас тут есть? Нету нифига. Еще один КПК. Вижу лабораторное оборудование, нерабочее. Анализатор образцов у меня имеется. Микроскоп тоже имеется. Большая колба для образцов. Ну давай возьмем, у меня только маленькая есть. Значит, выходим отсюда. Куда мы выходим? Выходим мы... А, ну в принципе мы здесь уже были. Мы здесь как раз КПК нашли. Вот и лазерный резак пригодился. Достаем. Вырезаем. Где мой фонарик? А то нифига не видно. Воу-воу-воу-воу. Ты посмотри, сколько тут ячеек. Интересно, от чего эти ячейки? Похоже, знаешь, на энергоячейки какие-то. Здесь у нас вроде бы управляющая какая-то штука есть. Терминал базы данных. Данные черного ящика Аврора. Ох, кстати, тут вполне могут быть... Сейчас-то мы как раз и узнаем, почему мы потерпели кораблекрушение. Начат маневр гравитационной пращи вокруг планеты 45-46b.
Высокоскоростной энергетический импульс выпущен с поверхности планеты. Аварийный сигнал бедствия отправлен по дальней связи на прослушивающий буй корпорации Альтера. Обнаружено падение. Отсеки со спасательными капсулами по правому борту повреждены. Исходящая связь нарушена. Начата экстренная эвакуация. Ручное управление передано капитану Холлистеру. Спасательные капсулы с 1 по 25 успешно выпущены. Вход в атмосферу планеты. Зарегистрирован мощный удар. Защита ядра привода повреждена. Аварийный ответ получен от 8 капсул на поверхности планеты. Признаков человеческой жизни обнаружено на дальнем расстоянии через 8 часов после падения. 1. Энергетический импульс не соответствует известным технологиям планетарной обороны. Решение по выживанию от штаб-квартиры Альтера получено спустя 8 часов на высокоприоритетный терминал в каюте капитана. Оборудование слежения отказало через 13 часов после падения. Короче, все ясно. Корабль слишком близко подошел к планете, и в него пульнула эта инопланетная пушка. Вот такие-то дела. И также мы узнали, что выжил всего один человек. И это я. Нам, кажется, сюда надо. Тут что у нас? Оу! Блин, я даже не знаю, куда идти. А походу тут идти только в одно место можно, да? Сюда. Вот этот лабиринтик. Либо туда, либо туда. Давай, наверное, вот сюда сплаваем, посмотрим, что у нас здесь. Так, мы выплыли. Опа! А вот он и костюм краба, смотри-ка, висит. Ништяк, надо бы его собрать. Каким-нибудь макаром. Сейчас я попробую встать тут куда-нибудь. Здесь вон еще костюм краба. Что-то в воду валится. Опа! Вон, смотри, лежит. Давай-ка его попробуем отсканировать. Он целый. Бери, не хочу. Хоть сейчас прям залазь в него. Одна часть из 4 костюма краба отсканирована. Мне кажется, что здесь понадобится огнетушитель, а то как-то слишком горячо. А еще мне кажется, что я сделал очень мало огнетушителей. Один огнетушитель уже минус. Еще костюмчик отсканируем. Надо как-то 44% заряда нашего порошка в огнетушителе израсходовать очень правильно. Значит, давай здесь. Ай, загорелся, твою ж налево. Думаю, так будет достаточно. Сканируем. Ну-ка, вот этого достану, нет? Достану. Все, костюм краба у нас собран. А это что у нас за модуль? Модуль хранилище. Теперь нам надо подняться на мостик вон туда. Достаем нашу пушечку. Разгребай завалы, как мусорщик. Ништяк. Мы забрались на второй ярус. И здесь написано «жилые каюты». Наверняка мы сейчас здесь много чего интересного найдем. Хотя, учитывая, что огнетушителей у меня почти нету, я бы так и не сказал. О, это что, винишечка, что ли? Я хотел бутылку взять, нафига мне стол? Обойдем здесь все. Кстати, автоматик, я же могу взять покушать чипсину, я как раз проголодался. А, он не работает. Твою ж налево, отдай мне чипсы! Жестяная банка! Смотри, сколько там вкусняшек! А он не работает! Возьмем КПК. Вон, я вижу, вон там КПК. Огнетушитель! Шикарно! Это полезно. Берем КПК. Меню на сегодня. Ну, это неинтересно. Здесь нет обслуживающего персонала, мне никто ничего не принесет, если я что-то захожу. Склад. На складе у нас есть... батончик. Да их тут несколько даже, ты посмотри. Бутылочка воды. Еще, ух, сколько воды. Вот это да. Прям отличное место. Заберем вот эту бутылочку. Больше ничего нету. Мне бы ничего не упустить. Идем дальше. Эти двери закрыты. Печально. Каюта номер 1, нужен пароль. Каюта номер 3 открыта. Ух ты, да тут как в общаге, смотри, сколько кроваток. Сумари, сумари, сумари. Возьмем сумочку. Мало ли, вдруг пригодится. Я куда-нибудь в отпуск свалю с этой планеты долбанной. Водички возьмем. Фоточки, фоточки девчонок. Глянем. Документики какие-то. Значит, каюта 1. Какой там у нас... Хотя я не думаю, что это каюта капитана. Она бы была бы так и подписана. Кают капитана. Но попробуем этот пароль. 2, 6, 7, 9. Значит, где-то должно быть КПК, в котором 150% есть код. Сюда идти опасно. Меня может долбануть током. А что там написано? Кают капитана, кстати, там написано.
Так, ладно. Мы сюда вернемся, мы еще вон там не были. Давай сюда сбегаем. Глянем, что тут. Каюта номер 4. Здесь ничего нету, кроме КПК. Ящики не открываются. Берем КПК. Юридическая запись договора об отношениях. Нет, этот документ нам тоже не подходит. Там нет пароля. Продолжаем наше с собой путешествие по увлекательной горящей Авроре. Тушись. Да что ж такое, загорелся. Негоже так гостей принимать, Аврора. Вот так-то лучше. Сумка пустая. Батарейка. Пусто. Водичка. О, КПК. Ну-ка. Буклет милости. Да что ж такое-то? Где пароли? Здесь у нас каюта заканчивается. Идем в каюту номер 6. Батончик. Батареечка. КПК. Где КПК, ёкарный? Каюта номер 5. Она завалена. Не знаю даже, стоит ли ее тушить или нет. Ладно, давай попробуем. Пропульсионная пушка. Не, нифига не помогает. Вот она, это злополучное место. Надеюсь, меня током не шандарахнет, если я быстренько пробегу. Давай, давай. А нагнуться-то нельзя. Я не умею нагибаться. У меня, видимо, коленок нет. Ладно, пробегаем. Вот так вот. Фух. Фух-фух-фух. Я ж вспотел. Значит, кают капитана. Я пароль даже запомнил. 2679. Подошло. Чё у нас здесь в каюте капитана? О, Аврорка. Еще колбасит-то как меня, а. Возьмем Авророчку. Терминал базы данных почитаем. Спасательная ракета Нептун. Ух ты ж! Чертеж ракеты, наконец-то! Можно теперь отсюда улетать. Правда, я не знаю, что для ракеты нужно. Там наверняка крутые какие-нибудь ресурсы нужны. Журнал капитана. Ну-ка, давай почитаем, что нам там капитан говорил, рассказывал. Но тут как бы ничего интересного. Похоже на то, что капитан играл в какую-то игруху. Тут есть диалоги, сразиться со звездным Нарвалом или просить прощения у звездного Нарвала, принять свою судьбу. И он тут, короче, выбирал пунктики. Ясно. Наш капитан обычный задрот. Не управлял он нифига кораблем. В принципе, все мы здесь обыскали, за исключением вот этой вот каюты. Номер 1. Я даже не представляю, какой здесь может быть пароль. Может, наоборот? 4-3-2-1. Не фурычит. В общем, вернулись мы обратно сюда, где мы крабов сканировали. Здесь вот есть дверца. Ее нужно отремонтировать. Отлично. Пароход есть. Снова плавать. Да что ж такое-то? О, музыка какая интересная заиграла. Что-то нас здесь ожидает. Прям очень крутое. Здесь очень огромное количество батареек, воды, батончиков. Это кладезь для голодающего по Волжье. Забираем все. Здесь вижу, светится КПК. Ну-ка. Заманчивое предложение. У меня просто весь инвентарь забит. Кстати, надо огнетушители лишние выкинуть. Вот эти вот, например. Они уже кончились, все. Фонарик, где ты? Выручай. Темно, ничего не видно. Потемки кругом. Есть тут что еще? Собрать, поживиться. В ящичках, может, что найду. Ага, еще один КПК. Здесь больше ничего нету. Движемся дальше. Ух, как мне это нравится, как эта дверь ломается. Все, осыпается. Отсек крабов. Раздевалка. Это я все понимаю, а куда это мы выплыли? Что это за отсек здесь такой? А вон написано. Результаты сканирования повреждений Авроры не соответствуют ни одной из известных технологий нападения. Да мы уже выявили, о, что это за чудило плавает. Мы уже выявили, что нас пушка та инопланетная бомбанула. Так, погоди. Реакторная, нам как раз туда надо, чтобы починить Аврору, и там, кажется, завал. А тут у нас отсек мотыльков. Починить можем поврежденную проводку, и мы тогда туда зайдем. Либо же пойти посмотреть, что здесь. Какой-то лифт тут есть. Давай-ка взберемся. Получится у меня? Да, получится. О, погрузчик! Можно я на нем поезжу? Пожалуйста, ну пожалуйста. Видимо, я... Нет, я, видимо, не умею на нем ездить. У меня нет прав на него. Я понял. Вижу коробочку. Наверное, батончик. Да, я был прав. Куда-то бежим. Не знаю, куда. Что, что, пароль нужен? Открыто. Нифига себе, беспарольный доступ. Везде бы так. Интересно, куда это мы прибежим?
Воу-воу-воу-воу-воу. Система Авроры работает на локальном источнике резервного питания. Удаленная загрузка данных черного ящика недоступна. Вот, блин. Ой-ой-ой-ой-ой, как бы на меня все это дело не рухнуло. Сверху. Очень опасно здесь. А, грузовой отсек мы там были. Администрация. Вот, мне бы, пожалуйста, к администрации. Пожаловаться им. Да какой? Ты посмотри, до чего они довели Аврору. Не ухаживают совсем за ней. Огнетушитель в деле. Ай-яй-яй, горю. Блин, опасно. Так, вижу КПК. Заметки для себя. А что это за каюта? Что здесь? Альтера запускает Аврору. Это история о том, как запустили Аврору. Интересно. А, это мы не в каюте были, это в администрации. Все, я понял. О, КПК валяется. Шлюзы. Ну, пойдем к шлюзам пройдем. Воу-ху-ху-ху-ху. Это что такое лежит? Огнетушитель, самый раз. Я птичечка. Да что ж такое-то? Здесь, по-моему, самое опасное место. Я слышу, здесь крабы бегают. Надо достать портальную пушку. А ну пошел вон отсюда! И ты тоже гуляй, Вася! Отсюда, в принципе, можно прыгнуть в воду. Ну, типа как с мостика, знаешь. О, краб полетел. Он уже прыгнул откуда-то. Так, что у нас здесь есть вообще? Я здесь как-то могу пробраться туда, что ли? Воу-ху-ху-ху! Раскатал губу и упал. Кто говорил про прыжки с мостика? Мы вернулись к реактору и отсеку мотыльков. Давай вначале отсек мотыльков починим. Сразу возьму пушку, а то мало ли, кто нас там будет ждать. Ё-моё, я думал, я здесь кучу-кучу мотыльков увижу. А тут нифига нет. Вон какой-то разбитый мотылек и все. Отсек один. Модуль глубины погружения один. Заберем, конечно. Ну и что мы здесь имеем? Кроме как фрагмент мотылька, мы здесь ничего не имеем. КПК завалялся. Ладно, что ж. Отсек мотыльков разочаровал. Пойдем в реакторную. Посмотрим, что у нас здесь. Сдерживающий экран ядра привода получил внутренние повреждения во время столкновения. Не пытайтесь произвести ремонт без надлежащей квалификации. Тьфу, тогда я еще тот квалифицированный ремонтник от бога. Кстати, почему я наполовину в полу? Как-то так. Можно я? Во, поднялся наконец-то. Где мой огнетушитель? Ты мне нужен, парниша, затуши мой пыл. Вот так. Реакторная. Ну, я думал, здесь будет что-нибудь интереснее. Например, ядро здесь будет крутиться, пылать, сверкать. А тут какая-то фигня. Что ж, это что у нас? Модуль эффективности двигателя циклопа пригодится. И чего мы здесь можем сделать? Надо вот эти штуки починить каким-то макаром. Нет, я думаю, что не все так просто. Я вижу лесенки вниз, наверное, нам нужно спуститься под воду, да? О, там что-то валяется интересное. Давай спустимся. Что у нас здесь имеется? Что это вот такое вот лежит, интересно, любопытно. Вот это царапинка какая-то. Оу-оу-оу, смотри, какое повреждение, как искрит. Показывает, что нужно отсканировать. Где мой сканер? Пробоина. Ты видел, что это? Что это за фигня? Ну, отдерись от меня. Что это за фигня такая, а? Надо ее сканернуть срочно. И мы ее сейчас поджарим. Так, а ну иди сюда, пупсик. Чё ты за дичь-то такая? Местные формы жизни. Кровопийца, что ли, какой-то, не успел прочитать. Вот так вот тебя об стенку. Размазал ее просто. А, кровопускатель. Простой паразитический организм. Чуть более развитый, чем обычный космический клещ. Но такой же вредный. Также способный, однако, охотиться на больших живых существ, которые, скорее всего, не заметят паразита и не предпримут против него никаких действий. Да нифига себе не заметит, какой он здоровый. Он спол моей руки, как кусанул меня. Значит, мы ж пробоину отсканировали. Пробоины в защитном кожухе ядра привода. Привод ядра Авроры экранирован толстым металлическим кожухом, пробитым в нескольких местах вскоре после крушения. Из-за пробоин утечка радиоактивных материалов будет продолжаться до тех пор, пока пробоины не будут заделаны. После этого излучение в окружающей среде со временем рассеется. Данную процедуру следует проводить только в полном противорадиационном облачении и с полностью заряженным ремонтным инструментом. Ремонтный инструмент где-то у меня. Сейчас попробуем починить все это дело. Вот так! Пробоина в защитной оболочке заделана. Обнаружено еще 10 пробоин. Тут делов-то! А говорили, профессионал, только сможет все это починить.
Я тут пестик приложил, и все починилось. Где еще пробоины? Последняя пробоина осталась. Ну все. Пробоины в ядре привода заделаны. Уровень радиации снижается. Че, я Аврору починил, что ли? Ва. Теперь я могу гордиться собой. Виу! Ну что ж, вот мы и прошерстили Аврору. Ух ты, смотри, я походу мотылек протянуть могу. Реально, я мотылек тянуть могу. Круто! Вот это вещь. Правда, тяжеловато он тянется. В общем, не открыл я только каюту один. Да что ж все так трясется, я ж вроде бы починил ядро-то. Ай. В общем, не открыл я только каюту один, не зная, где найти от нее пароль. Если ты в курсе, то напиши. Пиши только не... Твою! Капец! Кажется, нас схватили. Кажется... Ой, блин. А что ты тут забыл? Мотыляра, сорян. Я тебе ничем уже не смог помочь. Надо было защитную оболочку сделать. Ну вот, просрал все модули свои. А, так вот. Остановился я на том, что напиши мне, где найти пароль от каюты. Пароль мне не надо писать. Я хочу найти, где найти этот пароль. Как звучит прикольно. Найти, где найти. Ну, короче, ты понял. Мы дома. Ну-ка, Тони Старк, удиви меня. Сделай-ка мне краба. Да, я вот эту установку называю Тони Старк. Крабик, крабик, где ты? О, ты посмотри, мы можем теперь уже Нептун замутить. В принципе, у меня для пусковой платформы все есть. Могу ее хоть час собрать. Вот он, краб. Аэрогель долбанный. Я до сих пор не умею делать аэрогель. Где мне его достать? В общем, напиши мне в комментах, где достать аэрогель. А в следующей серии мы сделаем этого краба. И пойдем крушить жнеца. Я правда не знаю, смогу ли я его в костюме краба уделать. Потому что я посмотрел видосик на ютубе, как его ломали. И это чертовски долго. Ну, а на этом все. Если тебе понравилось, то есть тебя лайкосик, комментосик под видосик. И не забудь подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых видео. Все, удачки и покеда.